Короче, ты понял. Да не гори до мне. Она, проход заухидела, что ты делала там. Проход ноги делает, да. Туплю просто что-то. В проход за ухо делала, об нос зубом вот в затылок попала. Слушай, честно скажи, да. Кто ты? В смысле, кто? Да кто я? С ума столько Марина кричит. Да я же сказала свое настоящее имя. Точно сказал настоящее имя? Да. Ну, с какого района ты, скажи мне теперь? Где именно, в Моздоке? У тебя мама русская? Я же тебе сказала. Ну, а кто? Осетинка. Осетинка. А в Моздоке что ты делала? А ну-ка. Борьбой занималась. Ты сейчас не шутишь, да? Да нет. Меня можешь доложить? Я же сказала, с одного раза треугольник тебе обеспечит. Уверена, да? Yes. Хорошо, сейчас посмотрим. Где твой телеграм? Телеграм? Зачем? Да. Посмотрим на тебя, увидишь меня. Давай, давай. Давай. Записываешь? Да, записываю. Блин, а почему они телеграм своим заладили? Вот клянусь, не оставляют меня. Вот как телеграм просит, все, желание пропадает, общение дальше продолжать. Тут вот церемониться, свой телеграм давать не хочу. Потом в телеграме настигают еще, знаете? Привет. Ты в телеграме не настигаешь? А? Ты, надеюсь, в телеграме не настигаешь? Настигну, настигну, конечно. Зачем? Так не надо. Посмотрим на твое повеление. Как зовут? Ислам, а тебя как? Меня? Нет, меня. Ну, что ты угораешь? Ну, реально не слышно просто. А, тебя, тебя. Алло. Меня Серёжа. Да. Серёжа? Откуда ты, Серёжа? Москва. Москва? Угу. Употребляешь? Нет. Почему это? Я сейчас в Таиланде. В Таиланде? Да. Ты там эксклюзив шуха не пошла? Чего? А, чё ты так просто спросил? Сейчас ты пойдёшь. А чё, нормально там в Таиланде? Да я думаю тебя отправить сюда. Работать. Да? Давай, я прям ближайший рейс, я туда к твоим ногам отправлюсь. Ну этот, тут работа хорошая в Таиланде, приезжай. А тебе сколько лет? Мне 26. Нихуя, у тебя какой-то детский голос, или ты пиздишь? Можешь не ругаться? А, ладно, не буду. Тут мама рядом сидит просто. Маме передай трубку. Что ты ей сказать можешь? Я? Пожелаю всего хорошего, да. Наилучшего. И хочу пожениться на ней. На ком? На тебе. Какой ты тупой. Почему? Тупица малолетняя. Такой чанду несет. Привет. Привет. Неужели хоть кто-то наконец-то ответил? Наконец-то, вообще не говори. У тебя тоже так? Да, устала уже, думала вообще удалиться с этого мира. Ну вот, давай хоть с тобой поболтаем. Давай, как зовут? Меня Артур. О, Артур, моего папу так зовут. Я, возможно, даже возраста такого же, как твой папа. Сколько? Тебя не пугает. Мне 38. Да ну нас смерть. Ну серьезно, правда.
А мне 15. Ну, я тоже беру. Офигеть. У меня дочке 14. В ноябре будет. Ой, я хочу быть твоей дочкой. Нифига себе, почему так сразу? Ну, просто у тебя такой голос хороший. Как может быть голос хороший? Ну, видно, что ты... Ну, видно, что ты... Ну, видно, что ты добрый по голосу. Да. А может, ты мой папа? Да, мой папка. Ну, давай залечу к тебе, буду твоей дочкой. А? Нет. Почему? Меня так не устраивает. А почему? Ну, потому что. Как ты можешь быть моей дочкой? Ты же не моя дочка. Ну, буду. Буду. А познакомь меня со своей дочкой. Зачем? Ну, просто, чтобы мы с ней были подружками, и я твоей дочкой стала. Нифига, вот подростков исходим. Ну, очень жестко. Зачем ты так делаешь? Как? Ты хочешь нас вывести из комфортной ситуации в какую-то дискомфортную? Или... Да нет, просто ты мне нравится твой голос. Вот тебе нравится мой голос, ну, а зачем тогда меня пытаешься вывести из равновесия? Какого? Ты просто сказал, что ты, что мне нравится твой голос, и я бы хотела себе такого папу. Нет, ну ты там всякие варианты непонятные начинаешь предлагать. Ты думаешь, это как бы, ну, мне, по крайней мере, не совсем приятно, честно. Ладно, сказать. Все, я извини, конечно, пожалуйста. Больше так не буду. Больше так не буду! Не валяй, совершенно инвестируй, блядь. А я буду твоей папкой, если хочешь. Да, вон там. А ему сколько лет? А ему немножко меньше, чем мне. Ему 36. И что, вы давно дружите? Ну, лет 10, наверное. Но в разных городах жить начал. Это слишком сложно будет сказать. Что-то плохо слышно, если ты там не одна. Да, я тут с подругой, она тут массаж на ноги делает. Чего-чего? Подруга массаж на ноги делает? Да. Моя девушка. О, нехуй. Блин, хорошая у тебя подруга. Мне вот такую. Ну, это моя девушка. На ноги, когда ты просто на плечи. Дайте мне тоже такую подругу, пожалуйста. Да это моя девушка, а не подруга. Это твоя девушка? Да. А чё? Нифига себе, это то есть ты хотела, чтобы я еще твоим папой стал, а у тебя есть девушка? Вот это поворот, я вообще такого в своей жизни никогда не ожидал. О-о-о. Ну а что такого, что мне девочки нравятся? Так в этом ничего такого, мне тоже девочки нравятся. И чё? Ну вот мы...